В своей программной статье президент страны предлагает уделить должное внимание обществу историям наших современников. Эту идею можно реализовать посредством общереспубликанского проекта «100 новых лиц Казахстана». В проекте будут отражены реальные истории 100 человек из разных регионов, разных возрастов и национальностей, которые добились успехов за годы независимости. Из нашей области в республиканский список попали 11 человек. Его участники – это успешные люди и компетентные профессионалы. Один из них – Габит Махамбаев, заведующий нейрохирургическим отделением областного медицинского центра. По приезду в медицинский центр мы стали свидетелями операции, которая проходила под руководством врача-нейрохирурга Габита Джандильдиновича. На наших глазах специалисты проводят удаление незлокачественной опухоли головного мозга. Такие операции проводятся больше 2 часов. За год в медицинском центре проводят 1000 операций. Как отмечает Габит Махамбаев, 90% таких операционных вмешательств приводят к полному выздоровлению. Но мы стараемся сделать все для лечения и оздоровления наших больных, говорит врач. Я понимаю, что надо дальше продолжать развивать это направление в том плане, что внедрять новые технологии, которые, еще раз говорю, каждый год мы имеем несколько новых технологий. И мы не должны отставать, мы должны все время их внедрять для того, чтобы наши пациенты могли быстрее выздоравливать, качественно получать. Габит Джандильдинович никогда не жалел о выборе профессии. А все началось в 1996 году, когда он с отличием окончил Карагандинскую медицинскую академию по специальности «Лечебное дело». Свою трудовую деятельность начал с клинической ординатуры по специальности нейрохирургия. Во время диалога мы заметили, что о нейрохирургии доктор может говорить долго и познавательно. И я не разочарован, мне продолжает нравиться эта специальность. Я каждый день с удовольствием прихожу на работу и с немалым удовольствием, удовлетворением ухожу с нее. То есть точек соприкосновения с нейрохирургией очень и очень много. Это требует от нейрохирурга постоянно пополнения своих знаний, постоянно в течение всей жизни. Сегодня врач-нейрохирург высшей категории Габит Махамбаев заведует нейрохирургическим отделением областного медицинского центра. В своей работе использует только передовые технологии. Эта хирургия становится изящной. Она с каждым годом становится менее травматичной, потому что появляется новое оборудование, появляются новые способы щадящего проведения тех сложных операций, на мозге головном, на спинном мозге, которые ранее приводили к очень большому проценту инвалидизации. В свое время врач Махамбаев удостоен звания «Лучший хирург года» и был награжден дипломом Акима области. Ему опубликовано более 50 печатных работ и методических пособий. Сегодня Габит Джандильдинович является одним из ведущих специалистов в Казахстане по нейрохирургии. Он всегда внимателен к пациентам, которые выражают ему благодарность и признательность. А коллеги характеризуют Габита Джандильдиновича как целеустремленного, дисциплинированного, коммуникабельного человека. Они всегда прислушиваются к его авторитетному мнению. А сам Габит Махамбаев – просто врач, на счету которого немало спасенных жизней. Фаризал Байважаксулук Нуртай, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский.